белый, как росина, облака, написаны по-сырому. Посмотри, как светится виноград, от дождя немыслимый запах рома. На свободе потом здесь у него были деревянные статуи, потом на дрова попали. Не на дрова, они сохранились. Есть, ну, штуки. Это что? Он во многом старше. Он пришел в память, он работал старшим прорабом. А живет его... Ой, давайте с ним знакомиться скорее. Нет, я вам говорю, где он живет, вы прямо пройдите, он а на пенсии. Как его зовут? Вестников Ярослав Павлович. Снимаешь? Давай запишу. И он, давай, а живет он, вот его вы найдете быстро. Здесь вот рэп один у нас игрового. А давайте мы сейчас съездим туда и вместе, и вы покажете прям. Ой, да я не могу, мы сейчас за ребенком дочка сказать. А что, давай уже не отвлекаться, вы сейчас да вы им потом съедете в любое Саша время. Саша на видео снимет. Вот. Нарисуйте карту. Он знаете, где живет? Он знает там. Вот рэп. Найдете на Крылова? Девятый рэп. Вот там посмотрите. Девятый рэп. Вот точно не подъедем. Есть идея, может, можно вам позвонить, и потом точно уточнить, когда мы будем искать? Просто я говорю, я здесь только в няне. По словам. Девочка, ну, как-то, ну, неужели вы не можете вас взять? Ну, на всякий случай, ваш телефончик тоже нужно взять будет. Паш, да, просто мы будем искать рядом, чтобы вам позвонили, и вы сказали, поворачивайте направо, поворачивайте налево. 79, 78, 81, 14, 324. Записал? Да давай я запишу еще раз, без этого, чтобы... Я бы снимаю. Запоминать опасно. Ну, я вам говорю, как его найти, он основал, он первый. Он здесь этим сутчасом один таскал. Потом нанимал солдат, он обосновал его. Ну, и мари, рыбаки таскали, все там дело. Резников Ярослав Павлович. А телефон скажите еще раз, я запишу. Мой? Да. 79, 78, 81, 14, 324. 14, Тамара 324. Ага. Тамара Николаевна. Вот. Вы знаете, молодой человек, вот на Крылова 9-й рэп. Дом пятиэтажный. Он в этом доме. Прямо вот здесь рядом, недалеко. Я не знаю, где рэп. Надо с кем-то, кто тут живет, кто ходит. И вот первый подъезд рэп. Второй подъезд, он там точно живет. Угу. Во втором подъезде. Какая квартира, я не то знаю. То есть спрашивайте у соседей надо? Да. Резников Ярослав Павлович, запомните, вам любой покажет. Он там живет уже лет... Он на Крылову маленькой жил, потом там ему квартиру дали. 78 лет, да, ему? Ему 74 года. 74. Ну, он при памяти, при уме. Я буквально вот недавно мы с ним в городскую карту квартиру вместе платили, разговаривали. А он... А он, может, сидит и не знает, что тут это. А он, я думаю, ну, вряд ли, он с палочкой. Он занимался этой темой. Такой, правда, худенький, щупленький, но он мужчина интеллигентный, бывший военный, на севере служил долго. Потом он закончил технику, мы с ним с детства может, знакомы, работали вместе на стройке, все. Тоже уроженец, я вот здесь в 45-м родилась, а он родился. Вы что, записывайте все это? Не надо. Ну, мы для себя, мы не это, не никуда. Не надо показывать меня. Нет. Мы не показываем. А он... Воды он с 38-го или 37-го, да, 74 года ему. Ну, отлично, надо с ним...